взгляни на дома. Славные дворики, белые ограды. Американская мечта, да, Томми? Наверное. Не для тебя? Нет, сэр. Предпочитаю заниматься делом. Не дай клумбам и дворикам надуть тебя. Тут живет больше преступников, чем в остальном городе. Так вот зачем мы здесь. В каком-то смысле. У Мореллы есть продажный прокурор по имени Уоткинс. Они друзья с Гелотти. Городским советником? Именно. Морелла намекнул ему, что Гиберсонка Гелотти наша вина. Теперь Уоткинс рвет и мечет. Хочет помочь другу. Говорят, он нашел парочку свидетелей. Мы их знаем. Да. Полли и Сэм позаботятся о них. Тебе же предстоит другая работа. Забери улики, которые накопал Уоткинс. Где он их прячет? Дома, в сейфе. Но я не взломщик. Не беспокойся об этом. Тебя ждет Сальваторе. Он здесь недавно, но любой замок вскроет. Приведи его на виллу, найди сейф, он все сделает. Что-то может пойти не так? Ничего серьезного. Уоткинс идет в театр. В доме не будет никого, кроме охраны. Кабинет на первом этаже. Стукач сказал, что сейф в стене. Когда Сальваторе его вскроет, хватай все улики и беги. Это он, босс? Да, вот наш парень. Сальваторе, тутто бене? Си, грация. Дон Сальери. Рад видеть. Ты знаешь, что делать. Не подведи. Си, покалито, си. Томми, наткнешься на Уоткинса, не убивай. Проблемы так хватает. Понятно, босс. Бона фортуна, роганцы. Томми. Томми Анджело. Вечера ди... дико на черте. Meraviglioso. Per favore. Parli in antecchiare siciliano? O capo, turissimo piano. Эх, я не говорю по-итальянски. Эффетто. Апосто. Hai capito? O piano? Да, босс мне сказал. Окей, per favore capisci. Trasimo in tuo giardino un turcioniato senza farci sentire in imperiere. A casciaforti sta a rire un guaccio nu primo piano. Purammi in antichia di tempo e lascia fare tutto a mia. Chi da casciaforte ci avrà sicuramente un allarme. Sdaiozza mne nocca будет долгая для нас обоих. Minchia. Давай теперь я скажу. Делай то же, что и я. Постарайся не попасться. Си. И держи рот на замке. Форт. Си. Фачо. Я. Рабрири кашаворте. Абрире кассафорте. О, бог ты мой. Ладно. Радио. Послушаем радио. Эффетто. Шикарные здесь виды. А вольта сту паисе. Мирамикиосо. Экко. Ce la siamo gioco. Passato... У муру, у жардину. Что? Това цуверили. Лабиринт. Си, у жардину торчуняту. Побудь здесь, я разберусь с охраной. Но сабия, ин Америка чану жардини. Thank you.
Когда уже будет выход? Passato umoro. Лабиринт. Sì, un giardino intorcionato. Побудь здесь, я разберусь с охраной. Non sapia, in America c'è un giardino. Когда уже будет выходной? Когда уже будет выходной? Отличный вечерок, чтоб на посту стоять.
Когда уже будет выходной? Вроде это были последние. Сальваторе, ты где там? Тут чисто. Томми, Ио, Куи. Черт, куда он делся? Казунью, Томми. Достал меня этот парень. Томми, Ио, Куи. Sei uno tosto tu, eh? Что? Ты сейчас окал. А, блин, кабуша. И что ты за медвежатник? Черка, ну, ну, хвачу. Что? Ну, хвачу. Да Винчи, Караваджо. Укапишь? Картина? Хочешь сказать, сейф за картиной? Сей, сей. Ясно. Я тебя понял. Китуно. Надо в других комнатах посмотреть. Просто стена. Сальваторе, сейф точно за картиной. Шикарно. Картина. Сальваторе, сейф точно за картиной. Браво! А? Конечно. Покажи, что ты умеешь. Черт! Быстрее, Сальваторе! Пожиенца, пожиенца! Ретто лалларм! Что? Минчи, гуора, самофутто! Уже не важно. Скорее надо убираться отсюда. Войди, ятро, ятро! Думаю, они наверху. Сейф, только здесь.
Сальваторе, держись! Я разберусь! Наконец-то я тебя понял. Знаю. Что бы ты ни бухтел, я знаю. Полиция! Сальваторе, куда тебя довести? А каза? Да. Где дом? Сеста и Мабуль. Хорошо, едем. Бэттамаджи! Una cosa. O nostro prossimo travaglio ci penso io a casciaforte, capisti? Capi picca un ci morì in Taggiavilla. E ci colpi solo tu. E impara l'anticchia di siciliano. Per rispetto alla nostra terra. È come parlare un meccano. Usaccio. Ma minchia, te la vi a dire. Un affare mai più, eh? Mai più. Ладно, ладно. Хорошо, я понял. Good to relax with WBDS in the evening, but what about tomorrow? The modern man or woman needs activity, and there's no better place to get outfitted for recreation than Barry's. Buona notte. Our sporting goods take. Последний ящик, босс. Я знаю.
Часть бутылок я лет 10 хранил. Но нам нужны деньги, так что увозите. Вы слышали? Загружайте. Как дела, парни? Босс, что говорят о нашем дельце Сальваторе? Молодец стал. У Гелотти ничего на нас нет. Мы выиграли время. И все же пока мы на мели. Погодите, рано отчаиваться, босс. Сэм говорит, ты что-то придумал? Да, вам это понравится. Подзаработаем деньжат, а заодно и Морелла пинка дадим. Ладно, выкладывай. Пару недель назад отдыхал я, значит, в курилке в Голубых Тропиках. Где? Да, небольшой бордель. Пара номеров с матрасами прямо на полу. Клуб для джентльменов. С баром и всем прочим. В общем, один клиент надрался и начал плакаться мадам о своих бедах. Меня насторожил его забавный акцент. И вот он все ныл и ныл, мол, должен был получить кучу бабок. А бандиты, на которых он работал, кинули его. И вместо денег у него сломанный нос. Ты за него заплатил? Вот еще. Но я помог ему уйти. И пригласил в забегаловку по соседству. Мы разговорились. Я узнал, что его зовут Гейтс. И этот хрен из Кентукки. Самогонщик? Лучше. У его отца пара неплохих вискарин. А теперь угадайте-ка, с кем они ведут дела в нашем городе? Морелла. Думаешь, Гейтс пойдет против него? Еще как. Я здорово его обработал, босс. Сегодня он привозит новую партию. Но все его ребята уже готовы провернуть дело. Нам всего лишь нужно обставить это как ограбление. Ха! Не знаю, Полли. Ты правда ему доверяешь? Он очень зол на Морелла, это факт. А других вариантов у нас нет. Мы и так последний хер без соли доедаем. Что думаешь, Том? Канадцам нужна замена. Если Полли уверен насчет Гейтса, я за. Где встреча? Большая парковка в центре города. Ладно, вперед. Только на этот раз не надо играть в героев. Карл и малыш Билл с вами. Сделаем, босс. Возьмете грузовик и гоните сюда. Мы не подведем, босс. Я не хочу пожалеть о том, что отпускаю тебя с парнями, Карло. Не волнуйтесь за меня. Не буду. Для волнения у меня есть Томми. Я сберегу вашего шофера, босс. Удачи, парни. Сэм и малыш Билл будут ждать нас в центре. Похоже, ты малость обосрался. А, да пошел. Наконец-то тебя отпустили поиграть со взрослыми, а? Слушай, ты, я с Доном чаще вирусь, чем мы все вместе взяты. Ага, сидишь на крылечке, пока он со своей девкой забавляется. Если не хотите меня брать на здоровье, боссу об этом знать не обязательно. Босс сказал, чтобы ты был с нами, значит, ты с нами. Просто видок у тебя будто погулять вышел. Не хочу, чтобы Гейтс считал нас хлюпиками. А чего Гейтс зол на Морелла? Когда Гейтс пригнал сюда товар, Морелла решил поменять условия. И своими же руками сломал Гейтсу нос в ходе переговоров. Если Морелла про нас узнает, сломанным носом Гейтс не обойдется. Вот поэтому мы все обставим как на лед. Потом Гейтс вернется к папаше и поплачется, как его держали на мушке. Так он убедит старика, что Морелла не в состоянии защитить товар. Значит, им нужен новый покупатель. Достойный гражданин по фамилии Сальери. Херовый план, Том. Поля вчера мне все рассказал, и за день он стал только хуже. Эй, когда начнешь добывать для босса наводки, а не только по городу его катать, тогда и будешь придираться. Ясно тебе? А пока рот закрой. Вот так. Ой, да как скажешь. Когда Морелла придет за тобой, мне не жалуйся. Ты серьезно? Ты, сука, серьезно? Так, парни, хорош. О, господи.
Я здесь часто дела веду. Парковщик берет немного бабла. Всегда закрывается, пока я не закончу. Так, мы на месте. Кейт ждет на последнем этаже. Тут никого. Машины есть у тех, кто работает. С 9 до 5 тут всегда пусто. Мы тоже работаем, но мы тут. У нас особая работа. Поле, ты что-нибудь еще знаешь о Гейтсе? Только то, что у него сломан нос и целая машина крутого Пойла. Наш человек. Наш человек. Останови тут! Поли! Рад видеть, дружище. Да, взаимно, Гейтс. Ну? Надеюсь, вы понимаете толк виски. Вообще-то я совсем не эксперт. Томми? Первый взнос. Если Дону понравится, он закажет еще. И с каждым заказом будет все больше. Мы все разбогатеем, парни. Ну, мы всегда рады поработать с такими парнями, как Дон Сальери. Передай ему мое почтение. Конечно. Осталось выполнить нашу часть плана. Потерял поле! Не! Все нормально. А чё? Разве ограбление не должно выглядеть убедительно? В этом городе мой чертов носяра совсем скривится. Не волнуйся, парень. Уверен, с такими деньжищами ты запросто купишь себе новый. Берегись! Чёрт! Сука! Держать не умеешь. Я из пулю словил. Все не так уж и плохо. Берите бухло и валите. Мои парни заберут меня. Вперед! Если расчистите дорогу, нам с малышом тут ничего не грозит. Карло, в кабину! Мертвый ты нам ни к чему. Томми, это еще не конец. Готовься, там будут еще. Я тебя прикрою. Парни, снова они! Эй, тут сюда! Еще один! Они позвали остальных! Они нету, ты нет! Сюда приперлись остальные! Вон они! Thank you.
потолке есть брызгалки! Надо их включить! Здесь должен быть какой-нибудь кран! Здесь можно как-то пробраться! Берите тачку и поезжайте за мной. Да, Сэм. Откуда Морелла вообще узнала о моей сделке? Ну, в городе полно стукачей. Пока что давай привезем выпивку на склад и по пути постараемся не сдохнуть. Я так и знал! Снова они! Ничего, мы их задержим. Врежем им побольнее! Уже оторвались.
Спасибо тебе, Господи. Давай домой, посмотрим, что у нас там. У нас там выпивка. Все прошло не по плану, но бухло у нас. Да, пожалуй, сегодня мы с тобой хорошенько к нему приложимся, Полли. Мы это точно заслужили. «38-й калибр. Встретили ребят Максима?» «Да, их больше нет». «А что с парнем из Кентукки?» «Он поймал пулю в плечо. Крепкий. Оклемается. Они свалили, едва мы разделались с громилами Морелла». «У Гейтса и его отца есть еще один повод кинуть Морелла с торговлей виски». «Посмотрим, стоило ли это Пойлу всех хлопот». «Прекрасно. Я утрясу с отцом Гейтса детали. Продадим это жидкое золото, вернем все, что потеряли. Молодец, сынок. Горжусь тобой. Я горжусь всеми вами. Салюта! Салюта!» «Я так понял, Сальери готовился сделать ход?» «Да, вполне может быть. Но скоро сухой закон отменили, и весь бутлегерский бизнес лопнул к херам. Борьба за бухло теперь ничего не значила. Пару лет мы приходили в себя, но когда вернулись в дело, это было что-то. Бабки, поднятые на самогоне и канадском виске, мы вложили в новые предприятия. Часть из них легальные. Строительство, рестораны, перевозки, казино. Мы вкладывались во все. Во все, кроме наркоты. К 35-му дела пошли в гору. Денег было много, они текли рекой. У меня были жена и дочь. Сэм управлял клубом Дона. Даже у Поли был кое-какой бизнес. Он не то чтобы был счастлив. Скорее, типа... доволен. Да. Наверное. И Сальери... начинает усиленно думать, как теперь выйти из тени Морелла. Заиметь своих копов, своих политиков. Интересно. Думаешь, Сальери подкупал политиков в 34-м? Возможно. А что? Несколько лет назад полиция нравов взяла судью за растление малолетки. В камере судья здорово разговорился, хотел пойти на сделку со следствием. Признался, что брал взятки и от Морелла, и от твоего Сальери. Пытался их друг с другом стравить, но Морелла, узнав об этом, пригрозил заживо закопать его детей на пляже. Господи. Так вот в чем дело. Ты о чем? Морелла часто переходил нам путь, но не доводил дело до настоящей войны. А когда у Сальери появились свои тузы, Морелло начал соображать. И в 35-м врезал по нам изо всех сил. Ну и макнул его прямо мордой в спагетти. Эй, Томми! О, привет, босс, как дела? Рад, что ты здесь. Пожалуйста, босс. Я хотел отобедать у Пеппы, а Карло заболел. Подбросишь? Да, конечно. Чудно. Я уже голоден. Пушка с собой? Да. Понадобится? Ну, на всякий случай. Морелло последнее время притих. А может, зря я переживаю? Ну, как идут дела там? Вы же знаете как. Все отлично. Конечно, знаю. Я каждый день просматриваю книги. Но с тех пор, как случилось
то, что случилось, Капа должен лично говорить со своими солдатами, без посредников. Ну, теперь мы вводим дела с людьми поприличнее, чем раньше. Хорошо, что у нас столько важных шишек на содержание. Все лучше, чем эти мошенники, которые толкали пойло до 21-й поправки. Том, это только начало. У меня большие планы. Очень много важных людей хотят быть в Торе. Рад это слышать. Доволен? Хорошо отдохнуть от Поли и его безумных идей? С вами, босс, общаться интереснее, это уж точно. Еще бы. Но мы с Поли и Сэмом по-прежнему друзья. Мы через многое прошли вместе. Да, и не говори. Этого обеда всю неделю. Попробуй здешнюю касату, Томми. Еще вина? Эй, вина за столик, скорей. Вам понравится это вино. Это... Дон Сальери! Привет, мой друг! Прошу вас. Рад видеть, пока. И я. Эй, сюда! У нас важный гость. Что сегодня в меню? Моя мама специально для вас приготовит капонату. Эцеленте, браво, браво. Мольто бене. Позвольте подвинуть ваш стул. Вот, прошу. Давай, давай. А к блюду кьянти. Я берег это вино только для вас. Бене, бене. Отдыхайте. Молодец, что бросил пить, Том. Ну, Сара пообещала, что уйдет, если не брошу. Я знаю. Она сказала? Нет. Это моя идея. Пьяницы размекают, Том. Я не хочу, чтобы ты допустил фатальную ошибку. Для вас и для вас. Пепе. Еда превосходна, как всегда. Мольто грацио, Дон Сальери. Похвала от такого гурмана, как вы, это большая честь. Да. Ты бы знал, что этот гурман ел на ужин. Не дал мне вино допить. Эй, Сальери! Давай, выходи, решим все быстро! Выкури его, Джо. Черт, аккуратней! Через ту дверь не выбраться. Вы как?
Бежать не смогу. Мы устроим им засаду. Я отвлеку их. Выходи из черного хода и обойди их. Уверены, босс? Замочи их всех, Томми. Никто из них не должен выжить, понял? Понял, босс. Вы держитесь. Том, только поторопись. Путь и вернусь. Чисто! О, ну и яйца у тебя, парень. Ты спас мою шкуру, Том. Нужно идти, босс. Скоро приедут копы. Минуту, дух переведу. Я отвезу вас назад в бар. Нет. Зачем в бар? Мы поедем к Карло. Этот пидор знал, куда я поеду. И внезапно заболел? Он кинул вас. Нас, Том. Ты тоже мог здесь погибнуть. Да, знаю, босс. Карло живет с одной бабой в Холбруке. Узнаем, что он может нам поведать. Жми на газ, Том. Пока Карло дышит, я с каждой минутой становлюсь все злее. Да, босс. Не могу поверить, что эти козлы посмели разбить мою машину. Ну, конечно, это Карло. Кто же еще? Его папаша когда-то был дружком Морелло. Яблоко от яблони, верно? Я плакал на его похоронах. А на похоронах его сына буду хохотать во все горло. Его мать уже овдовела, Том, а теперь она останется одна до конца своих дней. И ради чего? Ему что, бабок на дурь не хватало? Я втопчу его рожу в асфальт. Знаешь, Ярахт, я так рад, что это случилось. Одной крысой станет меньше. А мы, наконец-то, займемся Морелло по-настоящему. Это была последняя капля. Похоже на то. Принимаешь человека в семью, находишь ему место, оказываешь ему уважение, и вот так он отвечает тебе на добро. Если это все он подстроил, что еще он мог им выдать? Ферма, букмекер, засада на парковке. Все это могло быть его рук дело. Да.
Давайте я пойду первым, а? Вдруг Карла ждет нас. Нет, Том. Мое лицо будет единственным, что увидит этот мудила. Какого хера? Неблагодарная продажная тварь! Тебе лучше исчезнуть, дед. Тебя ждет закрытый гроб, Карла! В порядке, босс? Да, притомился. Дай-ка отдышусь. Надо же, жирный и быстрый. Не дай ему удрать! Помогите! Кто-нибудь! А ну вернись, Карла! Меня хотят убить! Эй, мы еще не закончили! На помощь! Скотовик! А ну назад, живо! Я могу объяснить! Том, прошу, подумай! Дай мне поговорить с боссом, я все ему объясню! Томми, пойми! Морелл пообещал убить мою маму! Заставили! Они меня выдали! Ты еще жив? Не уверен. Как ты? Все путем? Да. Кто это? Постой-ка. Это Горди. Точно. Эй, Горди, как дела, приятель? Тебя не узнать. В чем дело? Ты говорил, у тебя проблемы в доках, так? Ну, все было под контролем. В общем, я кое-что разузнал. Этот урод планировал стачку. Стачки вредят бизнесу. Если не сам их устраиваешь. Верно. Пора сменить руководство в профсоюзе. Ты же не против? Конечно. Славно. Так. А что насчет второго дела? Поэтому я и здесь. Сальери еще жив. Вот сука! Что случилось? Пока не знаю. Наши парни мертвы. Ресторан разнесли на куски. Хватит ныть. У нас тут важная тема. Что насчет этого Карло? Мы нашли его труп. Голова раздавлена, как арбуз. Никогда такого не видел. Сальери понял, что Карло его сдал. Твою мать! Я даже свои мысли не слышу! Начнется война. Я же сказал, заткнись, пидор! Война началась, когда мы убили Пепоне. Теперь она станет явной. Что я должен делать? Что я всегда... Пусть парни смотрят в оба и будут наготове. Хорошо. Я им передам. Еще. Будь осторожен, братишка. Ты тоже, Дон Морелло. Что-то серьезное намечается. Очень серьезное.